Это особые дети. Со своей, несмотря на юный возраст, уже драматичной историей. В анкетах каждого букет заболеваний. У каждого свой диагноз. Они могут быть невероятно талантливыми и душевными. Как, например, Мадина Касымова. Меня зовут Мадина. Мне 6 лет. Я хожу в детский центр социальной адаптации детей. Я люблю играть, танцевать. Их называют по-разному. Дети с особыми потребностями, дети с ограниченными возможностями, с особенностями развития, инвалиды. Но всегда ли окружающие стремятся вникнуть в их мир, понять их проблемы, адекватно воспринимать их действия, их образ жизни? Координацию деятельности национальных институтов, непосредственно оказывающих услуги в сфере социального обеспечения, образования, охраны здоровья, защиты прав, осуществляет Республиканский центр социальной адаптации детей, РЦСАД, неправительственная некоммерческая организация. Это первый в Узбекистане центр, где создана модель эффективной и комплексной адресной помощи по адаптации детей уязвимых групп и их семей. Он действует в стране с 2004 года. Этот центр оказывает коррекционно-развивающую помощь детям с отклонениями в развитии, с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей, из неблагополучных семей. Его деятельность базируется на трех основных платформах – научной, научно-методической и практической. Акцент делается именно на комплексную адресную поддержку и помощь такой категории детей. Цель обозначена вполне конкретная – успешная их социализация, полноценная самореализация и высокая социальная мобильность. Патронирует эту организацию, как и Республиканский общественный детский фонд «Сен Йолгас и Массан», «Ты не одинок», председатель попечительского совета Лола Каримова-Тилляева. Наш центр социальной адаптации детей был создан в 2004 году. Мы хотели бы в первую очередь помочь детям с ограниченными возможностями быстрее адаптироваться в обществе. Социализация и адаптация детей проходит через несколько этапов, в том числе через создание комфортной психологической среды. Были сделаны такие вот обучающие программы, которые вызывают у них большую радость, и они могут быстрее фокусировать свое внимание, да, могут трогать, могут травку, могут и быстрее обучаются. И мы видим, да, на сегодняшний день мы видим результаты. Результаты не складываются сами собой. Подобно добротно построенному дому, они опираются на крепкий фундамент, выложенный профессиональной командой специалистов, с учетом современных научных разработок. Кропотливая работа продолжается и совершенствуется. Не так давно после капитальной реконструкции справила новоселье одно из подразделений центра – информационно-консалтинговая служба. Она действует с 2007 года. Эту службу, сокращенно именуемую как ИКС, посещают дети с особыми потребностями от 1 года до 18 лет. В базе данных сейчас около 900 детей. Свыше 5000 детей уже получили в информационно-консалтинговой службе реальную медицинскую, психологическую и образовательную помощь. Мы оказываем квалифицированную помощь детям с тяжелейшими нарушениями нервной системы. Это дети и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, это дети и с детским церебральным параличом, и дети с синдромом Дауна, дети аутизмом и тяжелейшие дети, которые вообще не умеют говорить.
Вот. И основным этапом нашего центра реабилитационного является реабилитация таких детей и введение их в общественную жизнь. Учить их не только ходить, но и говорить, познавать окружающий мир, учить их общаться друг с другом. И для нас это очень самое главное, для специалистов этого центра. Именно такое комплексное сопровождение позволяет добиваться положительных изменений в развитии ребенка с особыми потребностями, восстановлении его социального и психологического статуса. О положительной динамике в развитии пятилетней Шахзоды Валиевой рассказывает ее мама Шарафат, которая поведала, что 4 года назад дочери поставили страшный диагноз – микроцефалия головного мозга. У нее полностью отсутствовали контроль движений, восприятие окружающего мира. Она не могла глотать пищу, сидеть, постоянно кричала, плакала, не узнавала маму. Знакомые советовали сдать ребенка в специнтернат. Со времени посещения центра все постепенно стало меняться. Мана кызым өзү аякка туруп, жүрүшкө харакат кылды. Жүрүшлөрү анча өзгөргөн. Я поражаюсь, говорит Шарафат, с каким терпением здесь занимаются с детьми. Это просто волшебники, которые терпеливо день за днем творят чудеса. Вижу по моей дочери, какие в ней произошли перемены. Она начала ходить, держит голову, может спокойно сидеть, даже самостоятельно принимать пищу, различать цвета. Правда, сейчас она немного устала после занятий. Отдохнем немного в Фитабаре и поедем домой. Самое важное, в чем здесь убеждают, нет безвыходных ситуаций, нет необучаемых детей. И как бы ни было трудно, не надо отказываться от своего ребенка. Я верю, что состояние дочери будет еще лучше. Нам здесь вселяют надежду. Абдукадыру Ильгашеву 6 лет. Его мама умерла при родах. Он остался жить. Но из-за повреждений головного мозга у мальчика плохо двигались руки и ноги. Он не мог самостоятельно удерживать предметы, есть без посторонней помощи. Диагноз – детский церебральный паралич, задержка психического развития. Бабушка оформила опекунство над внуком. Она была в отчаянии. На трагедию с любимой дочерью наложились проблемы со здоровьем ребенка. Он чахнул прямо на глазах. Я ходила по докторам, меня жалели, мне сочувствовали и в конце концов предлагали просто смириться. Но я искала выход и не теряла надежду. Мы лежали в больнице с внуком. От одной женщины я узнала, что есть такой центр, где помогают детям. Его открыла Лола Каримова. Я подумала, что же это за место такое, если врачи не могут помочь, а там что могут сделать? И все же, как за спасительную соломинку, я ухватилась за этот совет и пришла сюда. Узнав о существовании центра, Дильбара-апа буквально на руках принесла сюда ребенка. В центре внимательно изучили состояние Абдукадыра. Назначили необходимый комплекс коррекционных процедур, психологические тренинги, лечебную физкультуру. И как любовно лелеемый цветок, ребенок стал меняться на глазах. Месяцы упорной реабилитации принесли положительную динамику в состоянии малыша. Сама Дильбара-апа, по ее словам, научилась вновь улыбаться. Она почувствовала, что не осталась один на один со своими проблемами. Увидела, что вокруг тоже есть семьи с похожими переживаниями. Для нее и ребенка центр стал также местом духовного общения. Она с внуком не пропускает ни одного проводимого здесь мероприятия, будь то конкурс детского рисунка, театральное представление или дни рождения. Здесь не только умеют выслушать, а реально помочь добрым словом, рекомендациями. Мой внук с удовольствием ходит на занятия и расстраивается, что в выходные дни не надо приходить сюда. Мы приезжаем сюда на 94-м автобусе, и он даже в субботу или воскресенье начинает оживленно собираться. Целует меня, радуется. Мол, все, пора собираться. Многие, кто знает, что мы сюда ходим, интересуются. А сколько вы платите за лечение? Я отвечаю, нисколько, все абсолютно бесплатно. Удивляются. Какое счастье, что у нас в Узбекистане есть такой центр. Это, скажу вам, настоящее чудо. В информационно-консалтинговую службу поступают по направлениям медицинских учреждений или приходят, узнав от знакомых, или из средств массовой информации. И не только жители Ташкента. Сюда приезжают из разных уголков республики.
Дилабар Сафарова и ее сын Нурджахон, к примеру, прибыли из Каракульского района Бухарской области. Женщина рассказывает, что муж, прочитав информацию о центре, сразу засобирался в Ташкент с намерением положить сюда сына на лечение, которого уже до этого в разных больницах области обследовали. Но прогресса в развитии ребенка не наблюдалось. Узнав, что РЦСАТ не стационар, что сюда надо ежедневно ходить на реабилитацию, семья приняла решение снять квартиру в столице. Молодец. Давай. Сдерживая слезы, Дилабар признается, что за время посещения центра ее сын, замкнутый, необщительный, неразговорчивый, заметно оживился, стал проявлять интерес к окружающему миру, перестал замыкаться на болезни и стесняться своей инвалидной коляски. Он подружился здесь со многими сверстниками. Благодаря усилиям центра мальчик продолжил школьное образование. Педагоги приходят к нему на дом, занимаются с ним по индивидуальной программе. Я хочу сказать спасибо всем, кто вник в мое положение, помог понять мои материнские переживания и вдохнул в моего ребенка уверенность и надежду. Он хочет жить, теперь он чаще улыбается, он строит планы на будущее. Для нас ценен каждый ребенок, и мы не делаем различий между детьми, приезжими с регионов нашей большой страны или из Ташкента. Мы стараемся помочь каждому рассмотреть проблемы каждого ребенка в отдельности. И здесь очень важен, конечно, персональный подход. Родители, опекуны обращаются сюда за консультацией, советами, помощью. Каждая встреча словно разматывает клубок истории, за которыми стоят нелегкие, иногда запутанные жизненные ситуации. Осмотр психоневролога является основным стартом для начинания реабилитационного лечения для детей, посещающих наш центр. Только после всестороннего изучения психофизических особенностей ребенка составляется индивидуальная комплексная карта для каждого юного пациента. С детьми работают свыше 40 высококвалифицированных специалистов, в том числе педиатры, психоневрологи, невропатологи, ортопеды, логопеды, дефектологи, психологи, сурдологи, сурдопедагоги, нейрореабилитологи, специалисты по лечебной физкультуре, языку жестов, арт-терапевты, массажисты. То есть структура службы охватывает все грани реабилитационно-коррекционных действий. Нашего ребенка зовут Фатима, ей 12 лет. С детства она лечится по поводу заболевания детский церебральный паралич в различных клиниках. Учится в специализированной школе. Фатима в физическом развитии отстает от возрастной нормы. Самостоятельно не ходила, самостоятельно не обслуживала себя. Нами проводится комплексная реабилитация по методике Бортфельда, лечебная гимнастика по методике Семеновой, элементы бобот-терапии, приемы мануальной терапии. При одновременном использовании нескольких методик возникает феномен взаимного усиления терапевтического эффекта. Получается совместное воздействие 27 человек. С сентября месяца по декабрь у нас пошли самостоятельно. Ну, некоторые, конечно, с помощью ходят, но они до этого лежали. В числе тех, кто начал самостоятельно ходить, и Фатима Кадырова, которая еще совсем недавно передвигалась только на коляске. А сейчас ей уже хочется бегать. Она, как и ее родители, не может нарадоваться таким переменам. Вдвойне радуются и специалисты. Для них это поистине золотые шаги. Успех каждого ребенка воспринимается как общая победа. Для каждого ребенка, в зависимости от характера патологии, двигательных и интеллектуальных возможностей, то есть от состояния его здоровья, составляется индивидуальная программа занятий по лечебной физической культуре в тренажерных залах. Здесь тоже после реконструкции появилось много нового специального оборудования, в том числе такие инновационные тренажеры, как локомат, мотомет, соло-степ, вертикализатор. Предназначенные для интенсивной функциональной терапии, они помогают детям с нарушением опорно-двигательного аппарата научиться самостоятельной ходьбе.
здесь собрано большое количество разных разработок научных, которые были сделаны на сегодняшний день в мире. И дальше мы можем увидеть кабинеты, которые занимаются моторикой, которые помогают детям лучше двигаться, кабинеты, которые развивают деток психологически, социально адаптируют. И в этом и есть уникальность центра. И, конечно же, то, что в нашем центре абсолютно все услуги оказываются бесплатно. Используя современного оборудования в системе восстановительной медицины, дают самые максимальные сдвиги на ранних этапах их применения. В данный момент мы вам показываем ребенка, который занимается в нашем центре уже более 1.5 года. Это Закиров Рафаэль, 2009 года с диагнозом детский церебральный паралич спастической формы. Когда Рафаэль пришел к нам в центр, он не мог ходить. С помощью применения различных современных методов тренажеров, один из которых является локомат последней модели, ребенок стал держать уверенно спину, самостоятельно ходить, но не уверенно еще, но пока на этапе тренировок у нас это получается гораздо быстрее. Вот. Данный тренажер представлен роботизированными ортезами, которые самостоятельно проявляют процесс ходьбы, то есть полностью всю динамику ходьбы они повторяют за ребенка, то есть вырабатывая у него биологическую обратную связь. Вот. И еще имеется уникальная система разгрузки веса. Тем самым мы можем регулировать, снижать вес пациента и облегчать процесс ходьбы. Также система оснащена полностью компьютеризированным оборудованием, которое позволяет точно дозировать процесс тренировки и также записывать его и сохранять. Тем самым мы можем отслеживать, какие динамические изменения, улучшения показателей происходят в результате тренировки. Перед локоматом установлен монитор с играми. Переключение внимания ребенка на сменяющиеся картинки превращает тренировку в интересный игровой процесс и не дает утомляться. Тренажер является настолько умным, что нельзя отойти инструктору, который занимается с ребенком, более 3 метров. Имеется специальный датчик, телестоп, который постоянно требует сигнал каждые 7-10 минут. То есть, если инструктор не нажимает кнопку телестопа, то локомат автоматически отключается. Также имеется система записи каждой тренировки. Мы можем отследить. Вот идет сейчас графическое изображение, которое мы задаем. Это работа суставов. И на каждом этапе, который мы можем отследить. Пока это единственный в Узбекистане подобный роботизированный аппарат. Большинство родителей настаивают, чтобы их ребенку назначили занятия именно на этом впечатляющем тренажере. Специалисты же уточняют, есть противопоказания. Например, при дисплазии опорно-двигательного аппарата, артростатической гипокинезии, эпилепсии или ряде других заболеваний на таком аппарате заниматься нельзя. Для детей с такими нарушениями здоровья рекомендованы другие тренировки. Очередное занятие на локомате закончилось, и Рафаэль, видно, доволен. Он не то что пошел, побежал. Тренировка для него явно была не в тягость, а в радость. В нашем центре используются самые новейшие технологии. Как мы можем сейчас наблюдать, этот аппарат называется «Космос беговая дорожка». Наверное, название «Космос» придумали его неспроста, так как у нас Самира будет настоящим космонавтом. У нее есть специальная система защиты, крепления туловища, ног, полностью фиксация. Наша Самира еще не умеет самостоятельно ходить, так как она еще вес свой и равновесие не удерживает на ходу. Мы сейчас ей помогаем. Вот она песню поет, хочет рассказать. Тебе нравится, Самира, здесь ходить? Да, вот, теперь ей понравилось. Она таким образом может пройти у нас, конечно, от 100 километров метров и до нескольких километров, так как все у нас приобретается со временем, с работой, тренировкой, наработками. Самире пока по бегущей ленте в упражнении «Спуск горы» ступать нелегко.
Это ее первые уроки, и она немного напряжена, капризничает. Но мама рядом и подбадривает своим присутствием. Этот комплекс с компьютерным управлением и системой динамичной разгрузки веса помогает уменьшить осевую нагрузку на позвоночник и нижние конечности. Опускай ручку. Сейчас мы с тобой пойдем на перегонки, кто быстрее. Давай, догоняй. Догонишь? Поехали. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный алгоритм занятий. 15-летний Мирсаид Мирахмедов, которого всегда сопровождает старший брат, очень старательный юноша. Несмотря на усталость, он прилагает усилия, чтобы научить свое тело слушаться. Ногу поднимая, колено наверх, мы будем имитировать, помогать ему шаг, так как не все тренажеры могут позволить такие выполнять процедуры. У Мирсаида есть одно большое желание – самостоятельно встать на ноги, научиться ходить и даже, может быть, станцевать на свадьбе брата. Мотивация – хороший стимул для преодоления трудностей. Сенсорная комната. Ее еще называют волшебной. За счет объемных предметов, света и звука, ощущений ароматов, сказочных эффектов. Здесь проводятся коррекционные занятия по улучшению визуальных, слуховых и осязательных способностей ребенка, активизации функций его центральной нервной системы. Благодаря вот этим оптоволоконным светящимся огонькам у них появляется больше внимания к предметам, и они больше начинают понимать и чувствовать. То есть мы проводим рукой, да, приятно? Приятно, да? Вот. И мы трогаем шейку, мы трогаем ручки. Ручки трогаем. Появляется ощущение своего тела. Появляется ощущение шеи, да. О! Тебе приятно? Вот, и так потихоньку наши специалисты день за днем работают с детьми, чтобы видеть лучшие результаты. Семилетняя Влада очень любит это сказочное пространство. Недавно она вернулась из Германии, куда по направлению центра с мамой летала на сложную операцию. Одна звездочка. Здесь, значит, мы Владе даем представление о математическом значении, что много. Это значит много звезд, и когда горит одна звездочка, она уже различает понятие один и много. Да, Влад? А Влада какая девочка у нас? Какая хорошая? Скажи, красивая. Ой, она красивая у нас, да? Вот, вот. Те заколочки красивые мама сделала. Вот, видите? Конечно, лучше, получая в реабилитационном центре занятия, посещая, девочка стала все лучше понимать. Мама очень радуется, потому что раньше не было особого контакта. Сейчас девочка не сидит, она всегда теребит маму и спрашивает, что это, кто это. Она уже может объяснять. Правильно, Влада? Что она хочет, что ей нравится, что ей не нравится, что она стала умненькой девочкой. Она всегда приходит на занятия у нас с книжечками, у нее есть любимые книжечки. Сенсорная интеграция помогает детям адаптироваться к окружающему миру, движениям, звуком, но в особенном темпе и в особенной форме поступления информации. Сенсорная комната – хорошее место для уединения, мечтаний, переключения внимания. Ребенок здесь чувствует себя словно в сказке, герой которой он сам. А вот этот тренажер в нашем центре мы назвали «Лесенка-чудесенка». Чудесенка не просто так, потому что на самом деле она творит чудеса. Муниса сейчас хочет подняться... Какой кават? Не чинчи кават. Пятый? Кетамас, пятый кават. Давай, сейчас мы поднимемся на пятый кават. Высота ступенек у нас регулируется. Она может подниматься от 0,1 до 66 сантиметров. Подожди, тохте, тохте, тохте. Секин, секин. Давай вниз.
Сейчас наверх на пятый этаж, это пока еще четвертый. Тренажер позволяет ребенку реабилитироваться в постановке ходьбы и подниматься на какой-то на этажи. Так как подниматься на высоту пятого этажа не так-то просто на самом деле, и с первого раза никто туда не поднимется. Вот для этого Муниса у нас будет тренироваться каждый день, для того, чтобы потом самостоятельно подняться на пятый этаж. ЛФК придает Мунисе бодрое настроение, и она отправляется на занятия к психологу. Девочка для своего возраста высокая, сидеть на низком стульчике ей будет нелегко. Потому для таких детей во время урока используется вертикализатор, который позволяет все тело, в том числе и ноги, держать в удобном положении и не сковывает движения. Психолог Шамсидин Кадыров помогает девочке. Комфортное равновесие служит для ребенка залогом плодотворного занятия. Внимание не рассеивается, а концентрируется на познавательном диалоге со специалистом. Все, урок можно начинать. Ну, мабу? Хорошая, на кого сказала? Кабинет психолога разделен на 4 сферы, каждая из которых имеет свое назначение – диагностическое, коррекционное, релаксирующее и игровое. И в вертикализаторе можно свободно передвигаться по всем этим зонам. Регулярные занятия на современных оборудованиях – один из ключиков к эффективной реабилитации детей. Познакомимся и с другими инновационными системами. Аквамембранная ванна тоже является одним из разновидностей массажа, который регулируется потоком воды. Под резиновой мембраной находится вода. С помощью насоса вибрируется, и ребенок находится под массажным воздействием. Очень благотворно влияет на нервную систему, расслабляет ребенка, снимает спазм и улучшает настроение. Перед массажем теперь используется и аквавиброн, который с помощью напора воды улучшает тонус мышц. Светотепловая ванна, основным эффектом из которых является температурный фактор, который заменяет действие парафина. Данная лампа удобна тем, что здесь имеется дисплей, который позволяет регулировать точную дозировку, время и зазор между тепловым фактором. Положительный эффект этой процедуры является в том, что воздействие тепла улучшает микроциркуляцию крови, снимает спазм с мышц ребенка, тем самым улучшая кровообращение и поток крови к мышцам. Ты как себя чувствуешь, Эльбек? Хорошо? Уточним. РЦСАТ не больница, не лечебная клиника, а именно центр социальной адаптации. Но все лучшее, что медицинская наука на сегодня предлагает для эффективной реабилитационной коррекции, здесь стараются внедрить. Недавно, к примеру, состоялось открытие крытого специализированного трехуровневого бассейна, первого подобного в Центральной Азии. Спроектированный по израильскому проекту, он предназначен не только для детей с нормальным физическим развитием, а прежде всего для детей с ограниченными возможностями. Теперь здесь прописано еще одно направление – акватерапия. Конечно, акватерапия вносит огромную лепту для занятий детьми с ограниченными возможностями. Специально для этого здесь построен специальный трехуровневый бассейн. Это уровень для взрослых, это уровень для детей среднего возраста, это для детей помладше. В этом бассейне специально предназначенные
есть гидромассажеры, которые за счет давления воды делают гидромассаж детям. В бассейне имеется также единственный в Узбекистане кресло-подъемник для опускания и подъема ребенка из воды. Это для тех, кто не умеет еще самостоятельно ходить. Бассейн оборудован насадками гидромассажеров по всему периметру и дну. Они регулируют объем и силу массирующего потока воды, а также систему очистки воды. Глядя, с каким удовольствием дети занимаются в воде, убеждаешься, что поистине солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Это упражнение снимает тонус икроножных мышц и заставляет ребенка, у которого повышенный тонус в ногах, легче работать на суше потом ногами. Ребенку удобнее ходить, он расслабляется после водных процедур. И в дальнейшем уже это дает огромный результат реабилитации таких детей. Я со своим ребенком хожу в этот центр уже около полутора лет. Диагноз у нас микроцефалия, спастический тетрапарез, судорожный синдром. Здесь мы получаем разнообразные лечения, то есть мы занимаемся в зале ЛФК, нам делают массаж, мы занимаемся с логопедами, психологами. Вот в данный момент открылся у нас бассейн тоже для наших детишек. Весь период, что мы посещаем, у моего ребенка наблюдается положительная динамика. Мы стали лучше сидеть, упираемся на ножки хорошо, ползаем, произносим первые звуки. Мне, как матери ребенка, хочется видеть его, конечно же, здоровым, полноценным. Известно, там, где порой бессильна медицина, внимание, забота и сердечность – лучшее лекарство. Это наши дети, которые буквально на глазах научились ходить. Так приятно? Вот она, погремушка! Дин-дилан, дин-дилан, дин-дилан. Реабилитация ребенка проводится здесь не с помощью лекарств, как в клинике, а с помощью коррекционно-реабилитационных процедур. Они, как мы уже видели, включают специальные упражнения, тренинги, игры, лечебную физкультуру. Недавно здесь взяли на вооружение восточную дыхательную гимнастику цигун, которую широко применяют в лечебных и оздоровительных целях. И уже наблюдается положительная динамика в самочувствии детей. Мы в центре применяем несколько видов цигун. Первый вид – это работаем с детьми, которые сами выполняют самостоятельные упражнения. И есть вторая категория детей, которые не могут сами это выполнять. Поэтому мы с помощью своей энергии начинаем как бы помогать детям, начинаем выравнивать энергетику. Если избыток энергии в каком-то органе или в части тела, мы это уменьшаем. Если недостача энергии, то мы увеличиваем. Когда мы приводим в баланс всю энергетику в организме, значит, подключается саморегуляция и защитная сила организма. И ребенок, или больной начинает выздоравливать. У нас очень много результатов, которые помог цигун. Например, вот Абдуразок. Этот ребенок, когда приходил, когда я его видел, он не ходил, не садился. Был тяжелый ребенок. У него как бы диагноз хондродистрофия и генетическое заболевание. После нескольких методов лечения, или курсов лечения, ребенок изменился. Это снимаем тяжести с печени и всех внутренних органов. Организм получает поддержку, освобождается от лишней энергетики, и он начинает сам выздоравливать.
На самом деле у нас после цигуна большие изменения. У моего сына был очень большой живот, увеличена печень. Он только лежал из-за большого веса, не мог сидеть и ходить. Я столько по врачам ходила. Доктора говорили, что ребенок будет медленно расти, всего на 1 сантиметр в год. После 2 курсов по методике цигун состояние Абдуразака заметно улучшилось. Живот значительно уменьшился. УЗИ показало, что и печень уменьшилась в объеме. А за 4 месяца мой сынок вырос на 6 сантиметров. Ну разве это не чудо? Посмотрите, он сам ходит. Здесь каждый кабинет, каждый уголок оборудован по мировым стандартам с учетом рекомендаций специалистов. Эстетика интерьера и его содержание подчинены проведению полноценных и эффективных занятий, направленных на улучшение состояния юных пациентов. Каждый ребенок, первично обращающийся в наш центр, обязательно проходит аудиологическое исследование, то есть исследуется слух. Также мы изучаем речевой аппарат, развитие и различные аномалии. При этом мы выявляем детей с нарушением слуха, который влияет как бы с интеллектом на нарушение речи и некоторые его развитие. При исследовании детей мы используем, наш центр оснащен современным аудиометром фирмы Майко германского производства. При выявлении детей с нарушением слуха проводится специальное сурдопедагогическое занятие с этими детьми. Также здесь имеются все новейшие методики для занятий детей с нарушением слуха. При выявлении детей с нарушением слуха в нашем центре есть сурдопедагог, сурдопедагогический кабинет. В этом кабинете имеются, значит, методики и программа для работы с этими детьми. То есть это звукоусиливающая аппаратура, специальные наушники, и специальный микрофон, а также программы. Значит, здесь ставятся специальные различные звуки с различной частотой давления. Также мы проводим реабилитацию детей после кохлеарной имплантации, которые, значит, у которых имеются ранние и, значит, врожденные нарушения слуха, которые никогда не слышали звуков. Также мы с этими детьми занимаемся и адаптируем их к слуху. При этом дети с удовольствием занимаются у нас. Здесь специально детские, значит, тренировочные программы. И параллельно мы работаем с логопедами, потому что имеются специфические, значит, их методики. То есть дети посещают и наш кабинет, и кабинет логопеда. Кроссовки, да, раз со шнурками? Значит, мы их куда? Сюда положим? Правильно. Брюки. Это у нас что? Брюки. Брюки. Брюки у нас одежда или обувь? Брюки у нас одежда. Правильно. Куда? На какую полку поставим? Сюда. Угу. Уже вот посещая наш центр, мы достигли первых результатов. Она уже и улучшилась моторика, и улучшилась память, и ребенок уже начал не только говорить, он начал хорошо понимать, появились первые осознанные слова, и даже, пусть хоть и невнятная, такая лепетная, но даже фразовая речь, она уже пытается говорить. Мубина, давай скажем, как кричит лошадь? Как кричит она? Давай улыбнемся красиво, скажем «и-го-го». Ну-ка еще раз красиво. И-го-го. Молодец, умничка. А как кричит корова? Молодец. Му-у-у. Ну-ка вытяни губки. Му-у-у. Молока кому? Молодец. Положительную динамику в исправлении психологических нарушений укрепляют специальные упражнения в кабинетах песочной арт-терапии. Этот метод лечения можно назвать диалогом между ребенком и художественным творчеством. Дети, трогая песок, развивают свои сенсорные точки на руках и воздействуют еще больше на мозг, то есть развивают свои ощущения через работу с песочком. Им очень нравится, да, и нравится. Здесь у нас находится на столике фасоль-горох. Фасоль-горох нам тоже необходимо для развития мелкой моторики. В принципе, здесь можно заняться различными играми. Если ребенок большой, она может отделять
Фасоль от гороха, может белую фасоль, красную. Более с маленькими детьми, значит, мы массажируем. Ну, большим тоже массажировать можно. То есть покатаю я в руках бусинки, горошки. Станьте ловкими скорее. Пальчики, ладошки. То есть ребенок получает массаж. Арт-терапия, включающая 10 направлений, способствует реализации творческого процесса, позволяет в особо символической форме трансформировать и прорабатывать травмирующую детей ситуацию. Кабинет сказкотерапии. Дети любят здесь заниматься. Вместе с педагогом смотрят мультфильмы, обсуждают их. Обожают играть в сказочном домике. Через игру ребенка происходит выход сильных эмоциональных переживаний. Снимается нервное напряжение и тревожность. Уходят страхи и негативные состояния. Повышаются самооценка и уверенность в себе. Сказка – это именно то общение, которое больше всего понятно ребенку. Сказкотерапия – это и открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими. Бар, икке, очень долгий кулимз, хамман отарана, долгий кулимз. В музыкальной комнате тоже идет развитие эмоциональной сферы ребенка. Он приобщается к миру прекрасного, знакомится с различными инструментами. Распевки помогают развитию четкого произношения, правильного дыхания. За счет вовлечения в широкий круг музыкальных художественных переживаний у ребенка формируется эмоционально-позитивное восприятие мира, оптимистическое мировоззрение. Юлдуз Юсупова, занимаясь здесь, стала настоящей звездой в центре. Она теперь со своими музыкальными номерами выступает на всех праздниках. У моей дочки ДЦП. Недавно она научилась ходить. Она с удовольствием посещает уроки музыки. Ей очень нравится петь, танцевать. Вот такой талант здесь у нее раскрылся. Скажу вам честно, такого центра больше нигде нет. Здесь лечат не только тело, а и душу ребенка. Спасибо всем, кто тут работает. Наше новшество – это наша новинка кабинет Монтессори. Также развивает возможности у детей, умственные способности. Этот кабинет также хорош и для детей, которые с замедленным развитием, и для детей, которые только начали разговаривать, для всех возрастов. Мы видим тоже здесь очень хороший результат. В этом кабинете впервые в Узбекистане реализуется уникальная методика раннего образования и воспитания, разработанная лауреатом Нобелевской премии мира Марией Монтессори. Смысл занятий – найти те точки роста, которые не поражены болезнью, из которых может начаться постепенное восхождение к развитию индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями. А поле для деятельности у ребенка в группе Монтессори огромно. Для этого создана так называемая подготовленная среда, помогающая ребенку систематизировать свои знания о мире через взаимодействие с материалами, находящимися в 5 зонах развития: упражнения практической жизни, сенсорная, языковая, математическая зоны, а также область космического или естественно-научного воспитания. Все коррекционные занятия направлены прежде всего на психологическое выздоровление. Ребенок должен освободиться от комплекса неполноценности, почувствовать себя нужным и любимым. Моему сыну Мурату уже 15 лет. Мы посещаем реабилитационный центр 4 года. Есть улучшение. Можешь на улицу спускаться с 4 этажа, потом можешь подниматься. Я как отец вам благодарен за все. И дай вам Бог здоровья.
Дети и родители в перерывах между занятиями или по их окончании охотно посещают фитобар. Здесь им предлагаются специально подобранные травяные экстракты, кислородная пенка, витаминные сборы, обладающие полезными и питательными свойствами. Прием отваров лекарственных трав тоже по предписанию врачей. Некоторым детям нужны стимулирующие травы, другим – успокаивающие. Технологии социальной реабилитации детей предполагают обязательное включение родителей или опекунов. Они тоже учатся правильно ухаживать за ребенком, чтобы и дома выполнять рекомендации специалистов. Если родители не будут заинтересованы и дети не пойдут, почему? Потому что взаимодействие, только взаимодействие. Поэтому наш центр вот для того и создан, чтобы научить не только вот ребенка что-то делать, а именно родители, потому что свою основную они жизнь проводят в семье. Такие совместные усилия дают свои плоды. После коррекционных занятий около 200 ребятишек смогли поступить в обычные детские сады и школы. А это мой сын Костя, ему 8 лет. Мы посещаем этот центр с 2008 года. За это время Костя посещает, значит, массаж, физкультуру здесь, психологов мы посещаем. Благодаря психологам, благодаря вот все их занятиям с Костей, он пошел в обычную общеобразовательную школу. То есть они его научили тому, чтобы он себя чувствовал нормально, как обычный ребенок в обычной школе. При центре действует родительский клуб. Для его членов проводятся психологические тренинги, семинары. Взрослые тоже нуждаются в моральной поддержке и добрых советах. А совместные праздники, конкурсы, фестивали, походы в театр, зоопарк, цирк сближают и взрослых, и детей. И радости, и переживания они делят вместе. Мы здесь обрели большое количество друзей. В каком смысле? Раненых душ родителей сплотились. Мы сейчас друг другу подсказываем, знаем, с кем как повести, кому какой совет дать. Мы, родители, которые были закрепощены в четырех стенах, сейчас мы сплотились. Нас тут было раньше 5 человек, сейчас уже 150 человек. Мы общаемся, собираемся. Благодаря вот этому кругозор у нас, объем наших знаний стал больше. Мы с подбитым крылом сюда пришли. Сейчас нам крылья оправили. Мы сейчас готовы к полету дальше. Цель нашего клуба – объединить родителей с тем, чтобы они не чувствовали, что их дети какие-то ущербные, что они не такие, как все. Мы как раз привлекаем к тому, чтобы родители вместе с детьми учились общаться, учились совершать какие-то действия, учились делать все то, что делают с обычными детьми, что учились с ними танцевать, учились играть, учились лепить, рисовать. И для этого мы проводим различные мероприятия, которые подталкивают родителей совершать все те действия, которые проходят на этих мероприятиях. Создание в структуре центра нового отдела по работе с одаренными детьми позволит развивать творческие способности детей с ограниченными возможностями. При родительском клубе действует кружок «Умелые руки». Детей учат лепить, рисовать, клеить, делать аппликации, игрушки. Потом все это выставляется на вернисаже. Во время таких занятий юные дарования осваивают навыки общения, дружной игры, командного духа. У нас есть 2 автобуса, предназначенные для детей с ограниченными возможностями. На них мы выезжаем в парки, в театры, в кино, в цирк. Наши дети увеличивают свой кругозор в этой жизни. Благодаря этим поездкам многие родители узнают, что им можно посещать такие места и заведения –
они рады, иногда даже говорят, что вот после последней поездки в цирк папа сказал: знаете, мы поедем с вами хоть на край света, зовите нас почаще на такие мероприятия. Педагогическая, медицинская, психологическая, юридическая, материальная помощь, оказываемые в РЦСАД, направлены на оздоровление, духовно-нравственное воспитание детей, на то, чтобы они не были обделены вниманием из-за ограниченных физических возможностей, а ощущали себя полноценными гражданами общества. Здесь такие эмоции, когда видишь это больше, чем радость. И понимаешь, что пути назад уже нет, у нас дорога только вперед. Развиваться, увеличиваться и охватывать больше и больше количества детей, помогать. Я думаю, это самое главное, что приходит в этот момент в голову, в твою душу. Это то, что появляются силы и хочется делать еще больше. Хочется поделиться еще одной счастливой историей. Ее можно назвать как «Побег из безмолвия». В один год Абду-Барихону Шакирову поставили диагноз – нейросенсорная тугоухость 4-й степени. А это значит, что он не слышал абсолютно никаких звуков, даже голосов родителей. Перспектива жить ребенку в мире жестов пугала отца и мать. Полгода водили они мальчика в центр на различные занятия. Слуховой аппарат не помогал. Требовалась операция по вживлению кохлеарного имплантанта. Дорогостоящая операция. Благодаря усилиям РЦСАД она прошла успешно. Мальчика оперировал в Ташкенте известный зарубежный хирург. И Абду-Барихан стал слышать музыку, пение птиц, голоса близких. Это настоящее чудо, считают счастливые родители. Теперь Абду-Барихан проходит послеоперационную реабилитацию, занимается сурдопедагогом. А совсем недавно он начал говорить, уже произносит эти самые нежные на свете слова «папа» и «мама». На сегодняшний день Республиканский центр социальной адаптации детей – уникальный в Центральной Азии центр по оснащенности инновационным оборудованием по оказанию комплексной, безвозмездной помощи в реабилитации детей уязвимых групп. Научные исследования центра подкрепляются разработкой и реализацией специальных программ, налаживанием эффективного сотрудничества между различными министерствами и ведомствами, международными общественными организациями, занятыми в социальной сфере. Каждое из 8 подразделений центра курирует определенное направление. Мы занимаемся проблемами детей, в которые 8 категорий детей. Туда можно включить дети с нарушением интеллекта, дети с нарушением зрения, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением речи. И, в общем-то, эти дети нуждаются в помощи, нуждаются в социальной адаптации. Ну и наша цель – это, конечно же, изучить их проблемы, их выявить, составить программы их адаптации и реабилитации. Ну, примеры можно привести. Мы занимаемся исследованием проблем детей раннего возраста. Когда рождаются дети, и у них уже с рождения имеются проблемы в развитии, им необходима помощь. И уже доказано нашим отделом, научно было доказано, что начиная, чем раньше мы проведем диагностику и включим их в программу развития, тем быстрее и лучше эффект будет. Дети группы социального и правового риска в центре внимания специалистов этого отдела. На профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних направлены их усилия. Каждый проблемный случай на особом контроле. За каждым судьба ребенка. Решается в партнерстве с Махалинскими комитетами, комиссией по делам несовершеннолетних, органами прокуратуры, МВД, с привлечением психологов и других специалистов. Валерий Трибунский – один из многих, кто получил в центре реальную поддержку. После смерти матери он буквально скитался на улице, где его оборванного, голодного, больного повстречала воспитатель специализированной школы-интерната Антонина Булаткина и приютила у себя. Но у мальчика-инвалида не было никаких необходимых документов, чтобы взять опеку над ним.
Узнав об этом, специалисты правового отдела обратились в различные организации, вплоть до Законодательной палаты Али-Маджлиса, и помогли не только получить паспорт, но и определить Валерия на учебу в колледж. Самое же главное, у юноши теперь появилась семья. В центр поступают сотни заявлений. Ни одно обращение не оставлено без внимания, ведь за каждым стоит судьба ребенка. Развитие альтернативных форм семейного устройства детей – важнейшая на сегодня задача. Многие исследования доказали, что воспитание ребенка вне семьи, в институциональных учреждениях, дает такой негативный свой отпечаток, который уже отражается в его поведении, в его социальных установках. И он может в будущем, выходя из стен своего учреждения, потеряться в обществе. Почему? Потому что у него не формируются семейные ценности. Он у себя не формирует навыки, которые понадобятся ему в создании своей семьи. Реализуемые в центре проекты, а их со дня создания РЦСАД более 60, позволяют применять инновационные методы социальной защиты детей для скорейшей их интеграции в общество. Регулярно готовятся научно-методические пособия, учебники, выпускается специальная литература по разным социальным направлениям. Эти труды и рекомендации – большое подспорье для практиков в сфере социальной адаптации детей уязвимых групп, которая еще недостаточно обогащена академическими компонентами. РЦСАД совместно с фондом «Сен Йолвас и Массан» выпускает научно-популярный журнал детской и возрастной консультации «Волава Замон», адресованный как специалистам сферы, так и родителям. По данным статистики, около 11% населения планеты составляют люди с особыми потребностями. Во многих странах накоплен опыт работы с такой категорией. В центре стремятся этот лучший опыт перенимать с учетом местных, национальных условий. Специалисты центра знакомились с зарубежным опытом в Белоруссии, Украине, России, Турции, Израиле, Японии. И у себя охотно принимают коллег из других стран. Вот, например, семинар-тренинг по аутизму со специалистами из США был очень плодотворным. Такое сотрудничество помогает постоянно совершенствовать практическую работу. Качественное и постоянное информирование общества по вопросам аутизма, как и инвалидности в целом, поможет лучше понять людей с ограниченными возможностями, полагают здесь. С этой целью недавно в Ташкенте была проведена международная конференция, посвященная состоянию и перспективам развития медико-социальной помощи и психолого-педагогической поддержки детям с аутичными расстройствами. Первая подобной направленности. Аутизм в данное время – неизлечимое расстройство. Пока от него нет лекарств, волшебных таблеток, но уже доказано. Если вовремя начать заниматься с аутистом, можно корректировать его действия и научить его многому. Это доказал на примере собственного ребенка Фархат Артыкбаев, сын которого Мухаммад Али. Отец называет его ласково «ангелочек», посещает центр. Мальчик уже участвует в международных конкурсах, рисует, лепит. А это значит, аутисты обучаемы. На сегодняшний день в центре ведется реабилитация и коррекция 17 детей с таким диагнозом. А в самом центре для таких детей был устроен настоящий праздник. Они были его героями, были в центре внимания. Это еще один шаг к тому, чтобы изменить сложившиеся устои, стереотипы о людях с особыми потребностями. Некоторые родители даже признавались, что, пожалуй, впервые не стеснялись выходить со своими детьми на большую аудиторию. Впереди у нас большие грандиозные планы. В первую очередь это открытие подобных филиалов в Самарканде, Ферганской долине и в Карши. Каждому ребенку жизненно необходимы любовь, забота, внимание. Эти дети не такие, как все, но они живут рядом с нами, со своими радостями, печалями, мечтами и желаниями. Только надо протянуть руки навстречу им, сделать их мир и добрым.
плодотворные занятия явили им красочный мир искусства. Теперь они могут дарить этот мир и другим. Надо видеть радость специалистов, когда дети, которые не могли ходить, начинают танцевать, которые не могли говорить, читать стихи. Каждый ребенок – это личность, считают здесь. Да, он нетипичный, да, не похож на других, но он тоже может многому научиться и быть полезным обществу. Может быть, когда вы о них немного больше узнаете, эти дети перестанут быть для вас чужими, и вы начнете их воспринимать иначе, относиться к ним не с жалостью, а с пониманием. Поверьте, вашей душе станет немного теплее от света, который так щедро готовы дарить эти необычные дети. Наверное, можно привыкнуть к счастью, но к чудесам невозможно. С тех пор, как мы посещаем этот центр, а это с 2009 года, мы начали верить в чудо. И у меня горло перехватывает от невозможности выразить свое счастье и благодарность всем тем, кто работает здесь. И я хочу сказать, выразить еще свою благодарность и сказать всем спасибо огромное, душевное. И я стала верить в чудо, действительно, наяву. Никогда не устану повторять спасибо, спасибо, спасибо всем тем, кто нам помогает. Мы приходим сюда за надеждой. Глядитесь в их лица, они светятся, они наполнены надеждой и верой в лучшее.